Итак, друзья, свинину я намыла, посолила, поперчила. Сейчас я вам ее покажу и буду запекать я ее в духовке. Вот такая вот красивая у меня свинина. Это духовая свинина. Я ее намыла, я ее посолила, поперчила. Перец обычный, просто обычный черный перец на ней. Также я добавила вот такой смеси из 5 видов перца. Вот это крупненькие, то, что вы видите, это она и есть. И нашпиговала ее чесночком. А также добавила немножко для запаха такого вкусненького вот такого специи, шашлык из мяса. Ну, в общем, как маринад, но она дает немножко такой подкопченый запах. Я думаю, как бы это не помешает. Сейчас я эту свинину буду заворачивать. Вот фольгу уже подготовила и покажу. Сейчас я вам все покажу. Меня в кадре не будет, но будете видеть мою нижнюю часть, моя корочка и так далее. Итак, вот свинина. Она уже немножко промариновалась, минут 5 прошло. Она нашпигована чесночком. Так, сейчас буду заворачивать. Вот фольга у меня есть. Вот так кладу этот кусочек свининки. И кусок сверху. Вот так. И отрываю, просто отрываю фольгу. Вот. И мы ее заворачиваем. Заворачиваем эту свининку в фольгу. Вот. Ну и как бы утрамбовываем немножко. Утрамбовываем, чтобы она такая кусочком плотненьким была. Чтобы она была не размазнёй, но плотненьким кусочком. Иногда для пущего эффекта еще один слой делаю, ну, снизу, но так немножко, чтобы все-таки она была плотной, ничего не прорвалось нигде, да, вот так, ну, как бы вот прижимаю так, чтобы было плотненько, вот, дальше у меня вот такой противень обычный, небольшой, я ничего туда не наливаю, а этот кусочек кладу вот так в противень. Ну, фольга, чтобы она была плотником, в общем, чтобы никакой кусочек мяса у вас не торчал. Вот, все, вот так вот я ее буду ставить сейчас в печку. Печку обязательно предварительно разогреть, где-то на 180 градусов я ставлю. Так, мы ставим, давайте, минут на 50 однозначно. Ставим на, давайте, 180, давайте пусть, да, 180 градусов. И обогрев вверх-вниз. Сейчас она у нас нагреется. Духовка разогревается, но вы знаете, я все-таки поставлю на час сразу. Потому что, скорее всего, придется добавлять. Давайте сразу поставим на час и посмотрим, что получится. Итак, вот наша свининочка. Мы ее туда ставим. Духовка разогрелась. Все. Прошел час. Я достала буженину. И сейчас же посмотрим, что там с ней произошло. Готова ли она? Смотрите, вот она еще вот такая вот свининка, да? Я считаю, что нужно ее, она водянистая, нужно ее, наверное, еще будет подержать немножечко, чтобы образовалась приятный такой румяный оттенок. Но запах очень классный, все-таки я еще подержу, минуток 20 подержу и посмотрим, что будет еще. И еще знаете, что решила? Я сейчас вот этот сок, который там, да, с нее выделился, я его солью. Сок слила и хочу вот так вот открыть всю эту фольгу. Тоже как вот попробую. Экспериментировать же все нужно. И, кстати, разные части свинины, они по-разному запекаются. Поэтому сейчас я попробую так. Вот что, девчонки, получилось у меня. Какая свининка. Сейчас разрежу, покажу кусочек. По времени на час первоначально ставила, потом открыла фольгу, поставила еще на 20 минут и еще на 10. То есть она у меня запекала сейчас 30 при температуре 190-200 градусов. Полтора часа в общей сложности. Как видите, она идеально пропеклась, никаких следов крови, недопеченности и так далее, ничего нет. Это чесночок. Вот такая вот получилась у меня духовая свинина. Кто за столом, желаю всем приятного аппетита.
Свинину приготовить очень легко, очень, в общем-то, доступно. Ну, быстро не могу сказать, потому что это нужно 1,5 часа времени запекать. Поэтому это не быстро, но это несложно. Я думаю, что этим рецептом вы воспользуетесь, если захотите приготовить. Спасибо, что посмотрели это видео, что были со мной. А с вами мы увидимся в следующем видео. Пока-пока. До новых встреч в эфире.